Всем привет! Это канал Делаем Все, и сегодня мы рисуем Оги из мультсериала Оги и Кукарачи. Оги – это главное действующее лицо, добродушный кот-обыватель, немного ленивый, сентиментальный романтик. Он ценит простые радости жизни – телевизор, мягкий пуфик, вкусную еду. Также любит слушать музыку. Поп, классику, кошачью попсу, группу Meow Sisters. Итак, мы нарисовали голову коту, приступаем к его лицу. Сам Оги рисуется очень легко. Мне очень нравится этот персонаж. И потому что я люблю кошек. Итак, сейчас мы будем рисовать глаза. Сначала брови. Глаза у Оги большие, как и у всех кошек. Вот так, делаем зрачки немного овальными. Ну и прорисовываем блики. Вот так. Сейчас будем рисовать нос. Вот рисуем нос. Нос вообще больше головы получается. Наводим в контур, чтобы все было лучше видно. Потом, разумеется, сделаем контур более красивым и четким.
финальной версии. Вот так. Ну и наводим нос. Приступаем к щечкам нашего Оги. Теперь будем рисовать улыбку нашему коту. Большая искренняя улыбка. Как видите, все очень просто рисуется. Ну и приступаем к нашей финальной стадии. Как вы думаете, что мы будем делать? Правильно, наводить контур.
следующий наш любимый этап. Раскрашиваем нашего кота. А теперь последний штрих. Мы дорисуем нашей кошке язык. Вот так. Как всегда, черный контур. Внутреннюю полость рта мы сделаем более темно-синюю.
вот, наш Оги готов. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Всем хорошего дня и прекрасного настроения. До свидания.